В любой ситуации кому-то приходится делать первый шаг. Откройте сейф! Живо! Живо! Шериф Лофтлин, Терри Хаск. Хотел спросить про листовки, которые то и дело попадаются. Какое-то новое движение? Эти брошюры — это не все. Вот это было в июне. Взрыв бомбы в синагоге в Бойсе. И это только начало. Начало чего? В этой книге ответы на многие вопросы. Здесь говорится о тайном движении, ведущем борьбу против правительства. Мы не поощряем нарушение закона нашими соратниками. Но кто-то нарушает. Ну уж вы должны понимать. Ваше положение обязывает. Зачем я тебе в этом деле? Помоги мне. Ксенофобы банки не грабят. Бегом, бегом! Не надо! Тэппи в тэппи! В книге 6 ступеней. Мы должны пройти все. А что потом? То, что потрясет всю Америку. Вперед! Гасите его! Выходи или умрешь! Сколько они украли? Уходим! 3 600 000. На что им хватит? На все, что может прийти в их головы. Свершилось. Началось. Вы привлекаете внимание. Чье внимание? ФБРовцев. Я предупреждал. Ты играешь с огнем. А ты не местный, да? Следишь за мной. Доброе утро, братья. Присоединяйтесь к нашей миссии. Превратим слова в дело. Ради выживания вы готовы пойти до конца? У группировки есть название? В книге они зовутся «Безмолвное братство». Поражение? Никогда! Победа? Навсегда! Поражение? Никогда! Победа? Навсегда! Поражение? Никогда! Победа! Навсегда! Безмолвное братство.